Узнать свой рост, вес, измерить давление, оценить состояние легких. Чтобы пройти обследование организма, не нужно ходить по кабинетам и тратить время в очереди. 6 специалистов проводят экспресс-скрининг организма за 30 минут. Всех врачей прошла, я смерил давление, и сахар узнал, и холестерин. Ну, очень хорошо. Такие проверки очень полезны, говорят врачи. Чаще всего в группе риска люди, которые считают себя совершенно здоровыми. Но даже на первом этапе нередко находятся сбои в работе внутренних органов. В этом году специалисты 4-й городской больницы особое внимание уделяют еще и психическому здоровью пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, все больше людей ежегодно страдает депрессией. К сожалению, их количество увеличивается. Сегодня мы для наших пациентов, наряду с общепризнанными такими обследованиями, еще у нас и консультирует медицинский психолог. По результатам обследования пациентов консультирует врач, дает рекомендации и, если это необходимо, направляет к профильному специалисту для дальнейшего лечения. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, «События».